Филипп. О чем проповедует Филипп? Об Иисусе. В каком Иисусе? Филипп проповедует об Иисусе, умершем, искупившем наши грехи, пролившим свою кровь за наши грехи и воскресшим, и более того, излившим Дух Святой на землю в день Пятидесятницы. Аллилуйя! И мы читаем. «И была радость великая в городе том». Поэтому мы должны понять, когда благодать и истина приходит, приходит радость. Аминь. Поймите меня правильно, я не хочу никого осуждать. Я говорю Богу за любую церковь. Те Иисуса проповедуют, те Библию читают, слава Богу. Но все-таки мы должны понимать, сужение Нового Завета – это не сужение осуждения, это сужение оправдания. Аминь. Это не сужение закона, это сужение благодати и истины. Поэтому я верю, что благодать и истина, она приносит в церковь радость, она приносит людям радость.